Пить или не пить? В городе Ривне паника в соцсетях. Людям рассылают сообщения о вспышке гепатита А. Причина якобы водопроводная вода. Однако власти эпидемию отрицают. Есть ли причины волноваться, выясняли наши корреспонденты. Вот такие сообщения в родительских группах детсадов и школ, в Вайбере и Фейсбуке получили многие жители города. Мол, в больнице много заразившихся гепатитом А. Власти якобы проводят тайные планерки. После обращения журналистов начальник управления здравоохранения сообщил, заболели те, кто отдыхал в Турции и Египте. Однако Ольга за границей не была. 2 недели тому у нас с крана, я на конечном, здесь 2 дня, такая рыжая, знаете, коричневая вода бегла, ну такая прям... Коричневого. Мы там, конечно, ничего не варили, но может я там помыла эти яблоко. В инфекционном отделении 18 человек с диагнозом гепатит А. 4 из них – дети. И только 2 были за границей. 3 семейных випадки. Ну, я також захворювання навіть серед медпрацівників. Значить, поступають вони десь з 2-ї половини жовтня, з числа десь 20-го. 22, 24, 27 и так надалее пошло. Состояние всех госпитализированных средней тяжести. Как они заразились, врачи не знают. Говорят, это дело эпидемиологов. В Ривненском лабораторном центре начали расследование. Воду из крана тоже проверили 3 раза, следуя инструкции. Мы выезжаем в Огнище, случайно мы проводим підрозслідування. От, забрали воду на дослідження, на вірусологічне дослідження. Ну, в жодному зразку не було підтверджено наявність гепатиту А. Якби це була вода, то, мабуть, було б набагато більше захворювань. І воно було одночасно і в рази більше. Епідеміологи говорять, рост заболіваємості циклічен і демонструють от таку табличку. Почти 10 років гепатитом в місті Рівне боліли одиниці. В областном водоканале утверждают, аварии в центральной системе водоснабжения не было. Воду проверили, она чистая. Юлия Жешко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривна.